Доброе утро. Спасибо. Начинается новый мучительный день на Мальдивах. Свежевыжатый манговый сок, шум прибоя и направляющиеся ко мне яйца Бенедикт. Спасибо большое. Достойно. На мой взгляд, шпинат здесь лишний, но голландский соус приготовлен на пятерку. Кстати, в этом отеле очень удобная, крутая штука. Смотрите, нету физического бумажного меню. Подносишь телефончик, считываешь QR-код и сам в своем устройстве ищешь и выбираешь, что ты будешь на завтрак, что ты будешь на ужин. Согласитесь, экономично, практично и гигиенично в нынешнее непростое время. Отдых на островах крайне нестандартный и разительно отличающийся от всего остального, к чему мы привыкли. Никакой суеты, сплошная нега, услада и блаженство. Для того, чтобы день продолжился так же красиво, как и начался, во всех отелях есть весьма приятная опция. Так, ну все, я готов. Здрасте. Хороший массаж – это лучше, чем секс. Мальдивы – одно из самых сексуальных мест в мире. Тут реально воздух, а не простыни, пропитан любовью. Ведь не зря именно здесь многие молодожены проводят свой медовый месяц. Малюсенькая страна посреди Индийского океана, а делает громадный вклад в рост демографии всей планеты. Ну вот, нормальные люди лежат, загорают, в телефонах что-то копаются. Мальдивская классика. Но нет же, я здесь с другой целью. Разузнать все альтернативные способы времяпровождения на Мальдивах и, между прочим, для вас стараюсь. И вот очередной из них. Кулинарный мастер-класс. На Мальдивах абсолютно невозможно остаться голодным. Здесь любят и умеют готовить. А у нас есть уникальная возможность узнать, выведать и даже записать несколько наивкуснейших рецептов. Хусейн, знакомьтесь, именно за ним мы сейчас и будем подглядывать в оба глаза. Начинайте. Мы будем готовить лобстера. А вот это что такое? Лобстер. А, это и есть лобстер. Yeah. А, вот так? Я привык, что лобстер это вот вон такой лежит и уже его как... А, то есть это уже подготовленное мясо лобстера. Особо трудиться на этом мастер-классе не придется. Все ингредиенты уже нашинкованы. Может быть, я пока помешаю, а вы там поднабрасывайте. Жарим, солим, перчим, добавляем карри. Боже, вы не представляете, какой аромат. Конечно,
Карри сейчас здесь главенствует. Мы подождем, что будет дальше. Затем добавляем кокосовое молоко. Вообще, всевозможные вариации кокоса на Мальдивах бухают почти что во все блюда. А в сочетании с рисом и рыбой это сплошная польза для здоровья. Особенно мужского. И именно, кстати, по этой причине большинство мальдивских мужчин могут не просто иметь по 4, 6 и даже 8 жен, а каждую ночь обслуживать каждую из них. Ну, вы меня поняли. Пока вы перевариваете эту амурную информацию, Хусейн делает несколько ловких движений, и блюдо можно пробовать. Почему так остро? Очень остро, но и очень вкусно. Чем хороши мастер-классы, и гастротренды заприметил, и подкрепился. Ну а теперь новые активности, которые предлагает этот остров-отель. Да ничего ж себе! Вот это да! Сразу хочется петь песню вот эту. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Но она у вас не Yellow, а Red. Так, все, ребят, быстро. Давайте, на борт, все на борт. Задраиваем люки, готовимся к погружению на перископную глубину. Это настоящая романтика – стать свидетелем маленького кусочка жизни Индийского океана. Есть в этом нечто медитативно умиротворяющее. Да, интересно, да, необычно, но по чесноку вполне пропустимо. Гораздо больше эмоций, говорят, вызывает рыбалка. Большая будет рыба-то? Вот такая? На Мальдивах рыбачить с берега категорически запрещено. Нужно арендовать катер, который отвезет в назначенное место. Есть два вида рыбалки. Троллинг – большие удочки, и донка – это такая катушка с веской и грузиком на конце. В качестве наживки используют кусочки другой рыбы. Бросаем он прямо на солнце. Опа! Пошла. Опускаем живца в океан, периодически дергаем леску и ждем. Парни, я забыл вам сказать о том, что все, что мы сегодня поймаем, это и будет нашим ужином. Но что-то я пока прокормить вас не могу, не получается. Солнце клонится к закату, а мы все ждем. 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 Терпение на исходе. И вдруг... О! Ой-ой, ну-ка. О, тяжело идет, тяжело, точно. Так. Ну-ка. Оп. Ес! Вот она, рыбка. Красивая какая! Во, смотрите, а? Нормальный лов. Говорил же, что рыба будет вот такая. Примерно так и получилось. Ну все, парни, уже точно не голодные. Одна есть.
Улов можно отпустить в море, а можно отнести на кухню, чтобы его приготовили. В стоимость рыбалки эта опция включена. Это та самая? Точно? Это рыба-носорог. Угу. Я пометил свою рыбу. Я в хвостике посчитал количество вот этих плавничков. Ну-ка. Точно. Она. Парни, ну я хочу вам сказать, что либо мы с вами рыбаки удивительные, либо повар неплохой. Очень вкусно. Боже, храни Мальдивы.